Щодо дискримінації російською мовою, ми бачимо, що це фактично і грантоїдами, і порохоботами, це все підтримувалося, і політичними партіями, які вони відстоюють. І навіщо це? Це ж не принесе грошей. Це ніяк не можна конвертувати в якусь валюту. Але ці процеси йдуть щодо дискредитації нашої героїчної історії, щодо російської мови, щодо навчання дітей у школах на російській мові. Ну, чи очевидно, що у нас буде покоління, яке розмовляє і спілкується на російській мові, а писати правильно не може? Ну, це нонсенс. І от навіщо це все, з вашої точки зору? Ну, от при Порошенко ж це ж було. Одна страна, одна нація, один язик, да? Ну, от я коли в школі вчився, от ми починали вчити український язик, правописание на год позже, чем русский. Я же учился в украинской школе, да, ну, в СССР начинал учиться. Не потому, что там языки, я понял это потом, потому что русский язык, он сложнее. Украинский язык, это что, как чуем, так и пишем. Да? То есть, если человек правописание начал, научился сначала на украинском языке, то он писать грамотно на русском потом ему сложнее. Говорить это одно. То есть, ну, в письменности, в грамматике мы детей уже теряем. Вот потому что, ну, правила правописания совершенно иные. В русском языке гораздо сложнее. Но я напомню, как начиналась наша страна. Вот мы открываем декларацию о государственном суверенитете. Там сказано, кто страну создавал. Многонациональный украинский народ. Не украинская нация. Там указано, кто такой национальный украинский народ. Украинский народ – это граждане Украины всех национальностей, в равенстве и так дальше, и так дальше, и так дальше. Сейчас у нас при Порошенко это стало одна страна, одна нация, один язык. Послушайте, а все остальные – это что? Вы хотите нас убить? Мы не люди все остальные. То есть русский язык, да, вот у нас… И еще у нас самое основное, это, на мой взгляд, гуманитарная ошибка, я не знаю, возможно, преступление против русского языка – это когда русский назвали российский, да, вот, ну, российская мова. То есть привязка – это не наша, это российская. Но русский язык, он шире России. Русский и российский – это разные вещи. Русский язык, он шире. Это не язык России, это язык русских. Русский язык был на нашей земле, да, Киев, мать городов русских. Еще России не было. А Киев уже был матерью городов русских. И вот это сейчас, да, вот как отторжение, это типа не наш язык. Но политика, что продолжается, вот как раз президента, когда мы избирали, в апреле принимался закон о функционировании украинского языка как государственного, да? Зеленский тогда дал свой кандидат в президенты. Я не могу сейчас комментировать, я его еще не видел, но я стану президентом. Я обязательно проведу аудит, да, и использую все свои президентские полномочия для того, чтобы все были равны, все было красиво и все остальное. Что-то сделал? Нет. И вот вносят, внесли, когда это было, в сентябре внесли закон о полном среднем образовании. Вот его сейчас приняли слуги народа. Угу. Пятая статья. Мова навчания. И вот она, идет такая сегрегация наших детей. То есть, ну, на каких языках обучаться. То есть, сейчас вот предыстория, чтобы было понятно, да, вот что такое язык. Язык есть, то есть язык государства и языки в государстве. Это разные вещи. Язык государства – это государственный язык. Язык аппарата – это символ государства. Языки в государстве – это родные языки. У нас не только украинский. То есть украинский язык, по сути, он имеет два статуса. Для кого-то он родной язык, ну и для всех нас это государственный язык. Да? Когда у нас подменяют языки в государстве языком государства, это преступление против людей. И вот теперь статья 5. Языки обучения. Для детей, для которых украинский язык родной, 100% обучение на родном языке. Второй сорт – это дети крымских татар. Для них обучение на государственном языке 20%, на родном 80%. Третья категория детей – это дети, для которых родной язык – один из официальных языков Евросоюза. Для них пропорция 60 на 40. И низший сорт – это дети, для которых родной язык русский. Да, 80% обучения на государственном языке. Почему? Ну это же уже сделали слуги народа, это же уже сделал не Порошенко. Возможно, этот законопроект, я уверен, что вы писали еще при Порошенко, то есть, ну, предыдущий метод МОН, Минобразование. Ну кто? Это же одна статья. Вот я сейчас подал петицию на Зеленского, у него есть месяц, вот сейчас Разумков подпишет и передаст на подпись президенту. У него есть месяц ветировать. Я попросил ветировать часть языков. У меня нет претензий к закону об образовании. Я не знаю, возможно, он и хороший, я не большой специалист в образовании. Но вот именно в языках
Да, вот у нас говорят, что должны знать. Да, безусловно, дети должны знать, и мы должны знать и украинский язык. Но одно дело изучать, а второе обучаться. Изучать украинский язык дети должны в Украине? Должны. Но обучаться они имеют право на родном языке, на понятном им с детства языке. А вот навіщо це все роблять? Цього ж немає економічного зиску, Соросу там, чи так і іншому. Ну, з вашого вот вони строять этот проект, проект як антиросія. Вот если у нас не будет проблем с языком, то, ну, по сути, у нас, вот мы будем жить как в нормальной стране, у нас не будет врагов. Им нужна антироссия. Антироссия – это отторжение всего русского. То есть я же говорю, русский язык – это российский язык. Нам вбивают вот эти 5 лет при Порошенко, что это язык оккупанта. Кто оккупант? Миллионы нас, которые говорят на русском языке, вот эта политика идет. Если ее прекратить, вот сегрегацию, то, да, вот, ну, перестать нас делить, то, по сути, мы поймем, что единственные наши враги не находятся на Печерских холмах, а не вот вокруг границ наших. И поэтому и должен быть у нас враг где-то там. И, но это же продолжает уже Зеленский. Он продолжает. Он обещал одно, но ничего же не сделал. Вот 9 мая, да, когда он был еще, вернее, его уже избрали, но он еще инаугурация не прошла, он был на могиле своего деда-фронтовика. Вот мне просто интересно, что будет этого 9 мая, ну, когда он уже президент, год спустя. Он поедет на могилу к своему деду или нет? Или вот он так же, чтобы не оскорблять чувства вот этих вот радикальных людей? Зараз, я думаю, що дуже скоро будуть протести щодо дискримінації російської мови. Ви до них приєднаєтесь? Безусловно. Безусловно, потому что дальше уже некуда. То есть вот была надежда на Зеленского. Да, при Порошенко мы все прекрасно понимали, что ну чего ждать, а эти будут закручивать. Была надежда на Зеленского. Он шел президентом, вот все, мы же голосовали не просто за Зеленского, голосовали за то, чтобы в нашей стране что-то изменилось, чтобы Украина стала все, для всех нас домом родным, а не так, что вот, да, для там Тягнибока и Фариона это родной дом, а для нас их это мачеха. Мы же шли и ожидали. Зеленский сейчас этого не делает. Если сейчас Зеленскому не дать понять, показать, что он может и дальше продолжать эту политику, то ну а зачем, что дальше?